Ой, дорогие телезрители, мы тут глоточек чая хотели бы сделать. Но посмотрите, как у нас уютно на кухне. Вы подумаете, что это была запись сделана летом? Нет, в нашей студии уже лето. Знаете почему? А потому что мы грамотно подошли к интерьеру, к оформлению нашего интерьера на кухне. Посмотрите, вот оно, лето в нашей студии. Это шторы Маки, которые, кстати, вам очень полюбились. Судя по вашим, конечно же, многочисленным звонкам. Так что и вы, если вы сомневаетесь или думаете завтра, нет, лучше прямо сейчас, потому что многие уже заказывают и правильно делают. Юлия, как красиво! Необыкновенная красота. Действительно, уже хочется проводить зиму и уже представить себя в лете, в весне. Уже нам хочется создавать себе весеннее настроение. Посмотрите, именно с нашими шторами у вас это получится. Получится создать в вашем доме лето уже сегодня. Посмотрите, какой яркий, сочный рисунок. Это маки и ромашки. Посмотрите, здесь уже божья коровка села на цветок. Все как настоящим летом. Настроение, конечно, поднимается вот прямо уже на глаза. Юлечка, Юлечка, ты знаешь, что я люблю фантазировать? Посмотрите, у нас за окном, давай покажем, зима. Вот она, морозная зима. Сразу хочется съежиться или согреться, но посмотрите, у нас-то на кухне уже лето. Как здорово и сочно все это смотрится. Вот одна маленькая деталь в вашем интерьере. Ну, представьте свою кухню. Вот давайте вместе пофантазируем. Мне кажется, вот эти шторы актуальны под любой интерьер, абсолютно под любой. Неважно, классический у вас вариант кухни или хай-тек, да? И, кстати, вот представь себе лето, да, например, открыли окошки, и она будет вот так вот развиваться под ветерок. Вот я люблю фантазировать, дорогие телезрители, как я хочу лето уже! Олечка, а это, ты обратила внимание, как оно будет развиваться? Все правильно. Легкая ткань, кстати, карниз будет, не будет прогибаться, потому что очень легкая ткань. Материал микрофибра. Он, кстати, очень похож на хлопок, а хлопок создает нам всегда, ну, такой уют, натуральная же ткань создает нам всегда такой приятный. Стирать можно, а наболевшим можно вопрос. Стирать, конечно, совершенно спокойно. Можно стирать в стиральной машине, ничего не произойдет. Вот рисунок таким ярким, сочным останется. Посмотрите, как хорошо прошито. Не каждые шторы можно стирать дома в стиральной машинке. Не каждые. Машинке. Наши можно. Даже при 90 градусах микрофибра хорошо выдерживает это. Посмотрите, швы какие хорошие у нас. Вот я хочу рассмотреть прямо вот детально. Двойной бельевой шов здесь использован. Посмотрите, хорошо очень все прострочено, ровно, будет держать форму. Кстати, если хлопок, он дает усадку, то в нашем случае микрофибра, она не усаживается после огромного количества стирок. Вот форма и геометрия остается первозданной, как новой. Дорогие телезрители, какое нежное, приятное качество. Это 100% хлопок. А я бы хотела показать, какие яркие, насыщенные цветы. В данном случае у нас это маки, сочетание с ромашками, тут и божьи коровки. В общем, все как полагается. У нас лето. Все цветы, которые существуют только в природе на наших шторах. Да, и, кстати, наш яркий и сочный цветочный принт, посмотрите, обратите внимание, мы потом еще посмотрим, конечно, на кронштейне, но я хочу здесь показать. Сейчас мы видим лицо. Так. Посмотрите, фокус-покус. Я переворачиваю. И видим, что изнанку. А рисунок повторился. Очень идеально прокрашена микрофибра. Красота будет и с уличной стороны. Не только у вас в комнате. И да, не только у вас на кухне. Но и с улицы все будут идти и завидовать. Какая красота на окне. Юлечка, тут сразу не разберешься, какой стороной вешать. Действительно, очень яркие краски. Как снаружи, так и изнутри. Дорогие телезрители, звоните прямо сейчас. 1250 рублей стоят эти великолепные шторы Маки. Кстати, такая цена будет действовать только несколько дней. Поэтому создайте свой любимый интерьер на вашей кухне прямо сейчас. Звоните, мы ждем ваших звонков. Слушай, зайчик мой, скажи, пожалуйста, вот что можно еще сделать с нашими замечательными шторами? Наши шторы очень хорошо драпируются, и если вам хочется побольше света пустить на кухню, то мы можем использовать простой магнит, ну его можно везде купить, в любом магазине. Посмотрите, аккуратненько собираем, драпируем, вот так, посмотрите, собрали и закрепили магнитом. Кстати, не на каждой кухне вот мы можем вот такое творить с нашими шторами. Обычно повесили тюль, вот она и висит, безликая, белая, никому не нужная и одинокая. Посмотрите, совсем другое дело в нашем интерьере, на нашей кухне. Распустились маки, которые напоминают мне о приближении весны. Напоминает мне о приближении лета, дорогие телезрители. Создайте свое лето, свой уют у себя на кухне. Звоните прямо сейчас.
Ой. Вот посмотри, Оль, как хорошо драпируется. Вот микрофибра здесь в облегченном варианте, да, если для пледов она используется более такое плотное волокно, то здесь оно легкое, и ваш кронштейн выдержит абсолютно наши шторы, потому что они очень легкие и воздушные. Правильно, Оля, говоришь, если ветерок дует, они будут развиваться очень приятно, и комфорт будет, и легкость на вашей кухне. Юлечка, я присмотрела уже себе такой вариант. Вот скажи, пожалуйста, какие размеры у нас вот здесь, дорогие телезрители, это вам тоже на заметку. Да, ну, во-первых, в комплекте две шторы, два цельнокройных полотна на петлях. К петлям мы еще обязательно вернемся. Размер наших штор 140, это ширина, и высота 220 сантиметров. 140 на 220 сантиметров, целых два полотна. И потрясающая цена. 1250 рублей, и все. И шторы ваши, дорогие телезрители, посмотрите, какой уют мы создали в нашей студии. А сейчас хочу перейти к главной детали. Это петли. Посмотрите, наши шторы мы вешаем на штангу, на круглую штангу. Обратите внимание, у нас она достаточно широкая. Наши петельки достаточно вот здесь вот большой-большой объем. И поэтому можно повесить на кронштейн абсолютно любого объема. И на узенькой такой палочке, иногда бамбук бывает, да, на кухню вешаем, тоже подойдет. И сюда, то есть абсолютно на любую штангу, вот на карниз вот такого типа. Кстати, петли, именно вот такое крепление очень модное. Дизайнеры многие используют. Посмотрите, как красиво смотрится. Юлечка, скажи, пожалуйста, какой вот здесь шаг между петелькой и петелькой? Так, шаг приблизительно 15, даже почти 20 сантиметров. Это тоже хорошо для драпировки. То есть за счет этого драпироваться будет, смотрите, как здорово. То есть мы соединяем петельки, посмотрите, да, если вам нужно собрать и пустить свет на кухню. Вот, получается вот эта складочка, которая дает нам, ну, такой эффектный, эффектно все смотрится, посмотрите. И петельки соединяются, очень красиво драпируются, посмотрите. Ой, просто за считанные секунды. Красота необыкновенная. Какие легкие, воздушные, дорогие телезрители. Вот я сейчас подумала о том, что летний ветерок подует, и посмотрите, как будут развиваться ваши прекрасные шторы. И это великолепные цвета. Посмотрите, маки, красные маки. Здесь даже божьи коровки есть. И цветы. Все напоминает нам о том, что совсем скоро растает снег и наступит весна, а потом и наше любимое лето, дорогие телезрители. Вот давай вот сейчас покажем еще раз нашим телезрителям вот эту красоту. Вот они, маки, на вашей кухне. 1250 рублей. Это цена премьеры. Яркий, сочный принт, посмотрите, цветочный принт всегда уместен в любом интерьере. В нашем случае это алые маки, это белые ромашки. Такой реалистичный рисунок, как будто мы на поляне, мы вспоминаем с вами сразу лето. Зачем ждать окончания зимы? Покупайте такие шторы, и они создадут настроение на вашей кухне. Кстати, микрофибра, а почему именно для кухни хорошо ее использовать? Но мы же ведь готовим, правильно, уважаемые хозяюшки? Готовим, жарим, парим, летит копоть, микрофибра хорошо отталкивает пыль и грязь, то есть она не впитывает. Да, слушайте, это очень важно. То есть, Юль, ты говоришь о том, что даже если мы будем готовить прямо возле штор что-нибудь такое, вот, ну, мясо, например, жареное, запахи не будут впитываться. Запахи не впитываются. Посмотрите, какое удобное и супермодное крепление на петлях. Мы вешаем его на кронштейн круглый, то есть на такой карниз дудочкой, который сделан. Посмотрите, он хорошо очень висит, какой прекрасный принт. Прорисовано все идеально. После огромного количества стирок ваши цветы останутся на шторах, а не в стиральной машине. Стирать можно при 30 и даже 90 градусов. И все это по уникальной цене.